Итак, сегодня, 17 октября, караван машин спецдора отправляется в славный город Челябинск. Как говорится, вот оно что, Михалыч, умный перекресток шагает по стране. Будет выполнена работа на порядка 13-15 светофорных объектах, приоритет для трамваев и адаптивное управление светофорными объектами для остального транспорта. То, что мы делали в Москве, выполнили огромную работу, это нашло отклик в регионах, и, собственно, мы начинаем наш большой поход, несем умный перекресток со знаком качества спецдора в регионы, чтобы он приносил пользу жителям нашей огромной, великолепной страны. И в скором времени мы надеемся отправиться в другие города и будем рассказывать, куда мы будем отправляться. А так, в скором времени увидимся в Челябинске.